С 9 по 15 июля в России намечено проведение акции «Подари мне жизнь». Ее главная цель – профилактика абортов. Ежегодно в нашей стране выполняют свыше миллиона таких операций. И несмотря на снижение в целом количества проводимых абортов, Россия по этому показателю занимает первое место в мире. Продолжение темы у Ирины Горшениной. Смертность в России по-прежнему превышает рождаемость. Специалисты говорят, что улучшить демографическую ситуацию можно, если сократить количество абортов. Например, только в городе Волжском в прошлом году было сделано более 2500 подобных операций. Проблема абортов имеет не только социальный характер. Медики утверждают, что идя на такой шаг, женщина наносит непоправимый вред своему здоровью. Если женщина сделала аборт, то у нее риск рак груди в последующем раз на 100%, 140% возрастает. У женщины, вот если делается аборт, у ней же ломается все в регуляции организма. Организм приходит в норму, если все нормально, если нет воспаления, только через 2 года. А некоторые ученые говорят, через 5 лет. А если было 2 аборта и более, то считается, что необратимые изменения в организме до конца жизни. Аборты недопустимы в современном мире. В этом вопросе единые медики и духовенство. В Волжском существует специальная городская программа, согласно которой в женских консультациях принимают служители церкви. Спросить советы и получить поддержку женщины могут и у специальных психологов. Такая практика показывает хорошие результаты. Наша женская консультация занимается доабортным консультированием 2-й год. За 1-й год из 69 обращений 10 женщин оставили ребенка. За это полугодие тоже уже 10 женщин сохранили ребенка. Я думаю, у нас есть хорошее будущее. В Волжском для молодых мам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, существует и материальная поддержка. Женщинам помогают детскими вещами, устраивают малышей в сад. Медики говорят, что всем, кто сейчас стоит перед дилеммой, рожать или не рожать, выбор надо делать только в пользу ребенка. С возникающими трудностями помогут справиться специальные службы. В период проведения всероссийской акции «Подари мне жизнь» с 9 по 15 июля в каждой поликлинике Волжского будут работать горячие линии и пройдут дни открытых дверей для женщин. Ирина Горшенина, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».